Это хороший, не китайского происхождения, брюки, которые мне понравились для себя, хотя размеры их совершенно детские, но цвет, качество материала, частично хлопкового, частично полиэстерового, вполне понравилось. Правда, могут быть марками из-за такого достаточно светлого оттенка фиолетового, но, надеюсь, стираются легко. Ношу пока пару дней, вроде как не мнутся, отсутствуют, к сожалению, карманы, есть описание полное на этикетке, цена 799 рублей в магазине H&M. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, ждите обзоры на путешествия и иные весьма интересные места. Продолжение Армении скоро. Это хороший, не китайского происхождения.